Что это скажешь? Посмотрите, подписчики, как вы умеете. Ну давайте, бежите. Только аккуратно. Смотрите, все подписчики, все подписчики. Короче, развлечения для детей здесь. Песок. И для мам, для родителей, только бабушкам, дедушкам сюда тяжело подняться. Но так, конечно, круто. Классно. Классно. Сказка. А сейчас я вам еще покажу. Как раз, кстати, отсюда видна первая линия. Подожди, не знаю, как этот отель называется. Сейчас я хочу еще кое-что показать. Чин-чин-чин. В общем-то, сейчас я вам покажу с разных ракурсов красоту. О, красота. Сюда ветер такой прям холодный. У меня мурашки. Мурашки у Наташки. Кир меня догоняет. Вот я хотела вам показать. Вот первая линия. Подожди, Кир, вот это первая линия. Тут вот отель, вот бассейн, не знаю, как называть. Короче, по всей территории цены. Я думаю, что здесь в сутки, наверное, 1004. Ну что-то я так думаю, может, больше. Мам, представляешь, там подписчики печатали. Ничего, никто не будет печатать. Что ты глупости говоришь? Нет, никто никого печатать не будет. Тебя только веселую будут печатать фотографии. Потому что у меня красивая, да, счастливая, добрая и радостная девочка. Что? Подписчики все, смотрите это видео. Знаешь, как говори? Добрые, счастливые люди, а не подписчики. Не называй подписчиками, лучше говори, что вы все добрые, вы счастливые, мои хорошие люди. Что вы все добрые, счастливые, мои хорошие люди. И всем пожелай счастья и добра. Всем пожелай счастья. И мира над головой. Вот, молодцы. И все скоро. И чтобы все смотрели это видео поскорее, чтобы они все не пропустили это видео. Да, и все человеки из города обрадовались. И смотрели видео. Да и так буду смотреть тебя, звезду. Ну как смотреть тебя, звезду, не буду. И вот самое главное. Тихо, глаза, песок. И вот тебя, звезду. И вот самая главная звезда. Давай, пой песню. Пой и моя звезда. Давай, и я звезда. Звезда. Взрыв мозга. Все, выключаю камеру. Бабуя головки кухаюха.